Луцк. Да. То есть так, если посчитать, что все эти четверные с падениями, они, в общем, дали практически то же самое, что просто хорошие тройные. Ну, значит, надо менять систему оценки, потому что это несерьезно. Система настроена на то, чтобы мотивировать прыгать четверные прыжки. Да, но при падении надо снижать, значит, больше. Ладно. У нас сейчас тут своя драма. Максим Кофтун. Эксогенезис симфония. Мьюз. Стоп! Стой ты! Ну, сейчас мы, кстати, увидим. Вот смотрите, сколько сейчас зажжется ему за этот четверный сальхов. 7,5. 7,5, да. Видите? Угу. Не так все и плохо. То есть, все равно выгоднее прыгать четверной, да, пусть... Чище. Четверной тулуп. Стоять! Молодец. Ну, это другое дело. Дали 11 баллов. Еще один четверной. Тут нет. Тройной. С двойным. Но мне кажется, шел-то он на четверной. Да, я тоже так показался. Чем добавлял-то? Стоял просто аксель тройной. Да, нормально выехал. Держал бы его. Еще один аксель. Стой, спокойно. Но... С касанием рукой это, конечно, по минусам пойдет, но пока из-за этого дедакшн не даю. Да, это понятно. Стоять. Две ноги, нет? Да, не знаю, мне не показалось тройной луц. Может быть, чир? Ох, у него связка здесь, а? Что это? Да ну, что ты творишь-то, ну? Соберись. Что-то подустал, по-моему. Да. Сейчас еще двойной аксель. Стоять. Не, ну это он прыгнет в любом состоянии. Да. И еще у него два вращения. Ну, я думаю, с чем с вращениями он справится. Ну, я думаю, наберет больше он, чем... Ой, не знаю. Будет вровень. Вопрос там, как подровняют. Крути.
Да. Сколько у него? 3 балла запаса? Не хватило сил у него, конечно, доехать до конца. У Хани 154,6, 75,58 за технику. Это Макс, ну не надо так после проката стоять. Ну зачем? Показывать, что тебе... Все поняли, что тяжело. Эх, ну что... Ну, будем дожидаться оценок. Финал у нас с вами получился скомканным невероятно. Я имею в виду не катание Ковтуна, а вот все эти события, да, кровавые с Ханьянем, Ханью. И Ковтун катался последним. Катание у него получилось не сногсшибательным. В принципе, программа мне понравилась, как музыка. Программа неплохая. Скомпонована. Просто да. Когда ты находишься в хорошей физической форме, у тебя она все по-другому выглядит, конечно. Да. Ты едешь по-другому. Макс Завозин с ним. Ну и. А, ну и, конечно же, Лена. Конечно же. Елена Буянова Дорезова. Маршал этой группы. Наверное, все генерал. Ну, а ее звание. Надо будет потом спросить. Да, это уточнить потом в ЦСКА, что, что происходит. Так, ну... Сейчас посмотрим. У Ханю все компоненты за восьмерку. Хотя... Тут мне немножечко... Да, я это... не вижу логики как бы в этом, но... Что там такого за восьмерку? Ну, в принципе, перформанс, представление, у него компонент 8.04 средняя. То есть, ну, в принципе, логично. Интерпретейшн, вот высокий, да, интерпретация 8.54, хотя там столько было скомкано. Да там все было скомкано, и никакой интерпретации там, в принципе, не было. Ничего не было, да. Нгуэну, в принципе, за такие же исполнения, как и у Ханю, в общем-то, поставили 6.93, 7. Хотя да, прокаты были равносильны по компонентам, абсолютно, на мой взгляд. Сейчас, конечно, если Ханю станет чемпионом, мы понимаем, что это героизм, что это да, мужественный поступок, нет. Но это странная история получится у нас с вами. 157-38. Первый. Нет, мы красавчик, выигрываем. Все. Мы выигрываем. Молодец. А он сейчас, видит, видимо, проигрался по произвольно, нет? Нет, он произвольно выиграл. Произвольно выиграл. 154-6, 157-38. Все, молодец. 83-36 у него получается компоненты и 75-02 у него техника. То есть он чуть-чуть проиграл...